Здравствуйте, дорогие друзья! 8 часов утра. С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня стоит передо мной очень непростая задача. Я решил доказать самому себе, что 100 качественных работ в день для меня это не преграда. И взял, как вы помните, помидорную тему. Проанализировав ситуацию, я подумал, что было бы неплохо внести какую-то организацию в работу. И поэтому я решил так, что вообще я поделю свои 100 фотографий на фотографии, скажем так, порядка 60 простых фотографий, то есть изолятов и очень простеньких. Туда же будут входить и при помощи деревянных каких-то там бэкграундов. Потом начнутся концепты, но очень простые концепты тоже. То есть, допустим, я хочу сделать помидор, там положить рядом с ним шприц ядовитый и так далее. То есть те вещи, которые мне уже где-то встречались, но я решил их сделать по-новому, или те, до которых я додумался сам. То есть пазлы сложил. И 10% я хочу сделать уже более сложные, то есть такая будет уже в направлении натюрморта. Вот так. То есть первая будет рассчитана часть на дизайнеров, которые требуются просто вырезанные на белом фоне вставлять куда-то в свои дела. Вторая будет концептная, те, кто ищет действительно концепт какой-то интересный. Это будет на них рассчитано, это может быть и контент-менеджмент. И третье будет рассчитано уже на, скажем так, любителей натюрмортов, да, или на любителей уже готовых картин куда-то вставить, или себе там, или распечатать, или повесить на стену. То есть вот так. И действовать мы будем следующим образом. Я заметил, что если я начинаю писать, вот, допустим, это для чего, это дольше, это гораздо дольше. И поэтому я буду делать так, немножко небольшие изменения внесу, которые не повлияют на качество и на понятность этого видео, а только помогут. То есть я первое это делаю облет, я показываю, что стоит и для чего, быстро объясняю, да. Потом беру камеру и начинаю выставлять. Выставляю, снимаю, появляется снимок уже, который я потом обработал в фотошопе. Поворачиваю в другую сторону, снимаю, тоже появляется снимок. Так нам будет понятней. И действовать мы будем от сета к сету. То есть пока у нас сейчас вот этот сет, о котором я сейчас вам поведаю. Потому что времени мало, начинаем. Этот сет рассчитан на абсолютную изоляцию. То есть давайте посмотрим. Первое, что нам нужно, это основной. И основным будет служить вот этот большой софтбук, который сразу же заполнит все и послушает еще верхом. Тут же я поставил стрип, чтобы осветить уже фон. Фон я немножко загнул, отрезав от основного. Да? Теперь подсвечивающий это вот этот. Он будет нам освещать эту сторону. И так как я снимаю помидоры, я больше чем уверен, что нам нужны круглые блики. Поэтому я поставил Beauty Dish. Только поэтому. А так можно было бы и обойтись. Камера у меня, как всегда, будет Nikon 800E. Объективов у меня два. Один от Nikon Nikkor Macro. AF-SS, что тут еще, господи, зачем это вам все, 105 мм, 1, 2 и 8 GED. Вот теперь вы знаете, больше не буду повторяться, только тогда, когда я сменю объектив, но пока я хочу работать этим.